хорошая была серия. Артем, Оксимирон, Чест Промоушен, ладно, Перри, я хоть Паша проснулась Болотов, Саша Гельман. И... после этих пар. И вот еще могла бы о, быть Николай Александра Дубовик. Костенчук. F4, это что Ну ладно. такое? И Это тыс, вот и что? тыс. Начинаем А я стартовать пешку заново. отдавала, а что не берет? Да, серия была, конечно, шикарная. Серия была шикарная, но не смог У я нас с удержать с этим Николаем непонятным игроком. Причем главная проблема, вот про последней партии было в чем? Что так я хотел сейчас играть на партия победу. Будет, И наверное, я проиграл решающая. Почему? Я очень много времени потратил на то, что я пытался найти Была какую-то пешка атаку. съест, Я ну ее не ладно. нашел. А он просто оборонялся. Если бы мы поменялись позициями, и я просто бы Чувствую оборонялся, какую-то жертву здесь на и просто 6. шлепал, как, например, вот с Chess Promotion, там, с Как другими. мне защититься? Я же, наоборот, с сильными соперниками не искал атаки, я искал обороны. И они Прям тратили вот время, я выигрывал. То есть тут вопрос именно, как ты себя Можно пойти... позиционируешь, как атакующий игрок, или как тот, конь кто H7, чтобы отсиживается. Потом конь на Вот. G5 не Это встал. тоже очень тонкий момент. Кстати, хочется сюда ударить, ударили, ударили, но Ну мне и такой слон ход, F6, да? слон G7 как-то. Рано пока туда бить, подтянем. Ну ничего, ладно. Настроение поднялось, серия Что-то с хорошая. нервами. Алга. Нет, это что-то с временем. Не хватает Вот мне она, времени. сонная алга какая. Лежит тут. Нагло. Вперед. Она, наверное, все равно не видит. Так. Ну ладно. Не знаю. У меня что-то немножко Кажется, это... не жертвует на 6, но запаздывает стрим. Так, а смысла сейчас сюда точно нет в можно? этом. Взяли, взяли. Подожди, стоп. Взял, взял, взял. Если сюда конем, я конем. Я вообще скажу, что я Ну человек ладно, пока спокойный. не будем. Что не думаю, что у меня с нервами плохо. Это я уже после таких 10 партий начинаю нервничать. Отошел. И нет, упал. Ну и тыс, вот и тыс. Жалко, конечно. Незаслуженная победа, но хотя бы хоть что-то получится в двойном комментировании. Ой, дайте мне сил придумать, что тут делать. Партия была интересная, с рубкой. Я надеюсь, она сохранилась. Тарарарарам. Рустик. Теперь точно брать. Какой-то нас смотрит. И киберрапер. Киберрейпер. Рейп — это же насиловать. Он что, кибернасильник или кто? Интересно. Вопрос такой, с подвохом. Времени у нас больше. Времени у нас больше. И это хорошо. Напали тут на нашего ферзя. Но я думаю, можно просто отойти, пока не выменивать своего чернопольника. У нас два слона. Мы можем где-то играть. Тут мне фотография пришла важная. Я хочу посмотреть, что на, там. На 7 висит, я не вижу, да? Так, если мы сейчас сюда пойдем, Себя куда забрал пойдет коня, пешка вообще было назад? бы круто. Пешка будет слабая, но мы можем сюда толкнуть. Взяли, взяли. Вот этого надо выключать. Вот этого пассажира надо выключать. Если он отойдет, мы ударили и прорываемся на пункт F7. Да, ходим, отходят. Бьем, она бьет, и мы прорываемся на F7. А-ля улю. Ла-ла. А, ну он теперь забрал, он теперь-то на F7 висит. И слон еще висит. Шажок. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Какие там нервы могут быть? Нету их уже. Все. А король у нас стоит хорошо, слон защищает. А, Валера B5, а, да, это у нас, он же в титулованных вторниках. Ладья F7 будет постоянно сейчас. Постоянно с Накамурой играет и номер один. 3000 рейтинг у него, национальный мастер. 3000... Нет, и не с нервами, и не с мышкой, а со временем. На ческоме. Ну, сейчас конкретно не считаем это. Блин, тут я уже конкретно зевнула. Вылетела. Но вот в тех партиях, Валерий, где я играла с 2600, 2300, там понимаю, нормальные речь. Позиции были. Вот там конкретно, наверное, какая-то боязнь соперника все-таки. Валера. Ну и плюс времени не хватает. Я начинаю думать, боюсь что-то зевнуть, и все. О ком речь-то идет, Валера? Не Карпин же. Блин, фамилия. Я вылетела. Так понимаю, Свиридов. Мне нужно этот Свиридов, турнир потом Валера. Будет вот. Конкретно разбирать. Валерий Свиридов. Так, нам я надо сдвоиться намудрила. И прорываться. Можно сюда пойти и продать. Что мне остается, только пешки собирать. Вот так вот. Теперь ладья должна идти туда.
что пока он жалеет меня немножко. Что-то мне даже уже непонятно, стоит ли. Можно было раньше пойти. Ладно, пока так. Сюда пойду, сюда и сюда пойду. Вот так. Все. А, такой мат просто. Та-та-та-та-ра-ра-ра-ра. Ну да, это мат. Уходят все. Дальние края. Прощай, прощай. Это Лещенко. А, Левой... Как это не буду? Буду. Я вот прям сегодня после турнира сразу сяду и разберу. Обещаю.